Друзі, всім привіт! Прийшла весна і зараз, ну, я принципово не хочу йти в студії. До речі, напишіть, як вам картинка краще. Отак от шум біля дороги або тиша, і в студії все ідеально виставлено. Як на мене, органічніше отут. Але це моє питання, а відео пишеться для вас, тому мені буде дуже думка цікава. Тепер підемо про саму відео. Сьогодні затронемо тему таку, що неможливо передбачити саме цієї історії. Тобто мова піде сьогодні про Корею. І Корея не то, що там Kia, Hyundai, 28 раз перемотані пополам пробіги. Ні, це не туди. Це історія про європейський автомобіль, але пригнаний з Кореї. І в чому тут величезна боль для замовника, для покупців? Дуже багато людей, коли продають автомобілі з Кореї, вони не знають реальної історії автомобіля. Бо сервісів в відкритому доступі їх майже немає. І на перший погляд продають отаку класну зачетну тачку. А по факту кінцівка буде така трохи болюча. Чому вона буде болюча? Тому що, друзі, історія корейська. По фотографіям не вийде купити автомобіль так, як американську машину. Корея – це трошки дорожче, Корея – це трошки складніше. І в Кореї дуже легесенько приховати будь-що завгодно і чорта лисого в багажнику, і не тільки кота в мішку. Тому кінцівка буде трошки інакша. Ну, не то, що інакша, вона буде неочікуваною, скажімо так. Традиційно треба розповісти про саме замовлення. Так от, по замовленню ми маємо те, що людина усвідомлено хоче лише спортбек, лише А5 і лише дизельний двигун. Ну, насправді дизельних двигунів зараз раз-два дообчався по авторія. По такій ціні, треба зауважити, до 17 тисяч доларів, а мова зараз іде 16,5, а до 17 тисяч доларів їх аж цілих дві. Одна двохлітрова, а друга трьохлітрова дизельна. І що? Правильно, трьохлітровий, топчик, класна машина. Ну, якщо радить між двохлітровим і трьохлітровим, я завжди за великий об'єм двигуна. Особисто я хочу трьохлітрових, але трьохлітрових в авторія аж одна штука. Є двохлітрова, є трьохлітрова. І наш менеджер не пропонує цей автомобіль, тому що він по ньому пробиває історію. Зараз покажу. А як ми пробили цей автомобіль? Ну, насправді дуже легко і дуже дешево. Ми заходимо в авторія, бачимо, що цей автомобіль не був в ДТП, все нормально. Перший власник, все чудово, все краще, ніж може бути. І автомобіль нещодавно пригнаний з Данії. А датську базу дуже класно нюхає CarVertical. Тому ми копіюємо ВІН-код, заходимо, вставляємо цей ВІН-код в CarVertical і бачимо, що у цього автомобіля було два ДТП зареєстровані. А я зазначу, що там написано автомобіль без ДТП. І перше ДТП було в Німеччині на 60 тисяч гривень, чи це в далекому 13-му році. А друге ДТП було в 15-му і вдвічі дорожче на 120 тисяч гривень. Але зазначено, що машина без ДТП, машина в ідеальному стані. І ми вже розуміємо, що на авто два ДТП. Тому ми осознанно на цей автомобіль не їдемо. І так от за пару пенсів, можна сказати, за декілька доларів ми з'ясували історію по CarVertical. Ну, ми це часто використовуємо, тому чи можу я це радити? Звісно, що можу. Я отут залишу промокод 1авто для того, щоб вам було легше це робити. Промокод 1авто вам дозволяє зробити 20% знижку на кожен звіт. Тому, як би я не топив за трьохлітровий двигун, з трьохлітровим двигуном машини в цьому бюджеті більше нема. Але є машина двохлітрова, машина корейська. І, до речі, друзі, Корея з CarVertical, вона не дружить. Ви не проб'єте історію по CarVertical корейського автомобіля, тому не витрачайте марно коштів. Поки що вони не подружили свою базу з Кореї. Подружать красавчики, ну а поки що цього не відбувається, тому не витрачайте кошти. Так от, є у нас корейська машина, ми по ній робимо запит до офіціалів. По офіціалі ми бачимо, що вона останній раз заїжджала на гарантійному пробігу з 12 тисячами кілометрів, і це було в мохнатому році, і ми розуміємо, що ця історія, вона, ну, геть не актуальна. Далі, по корейським базам ми з'ясовуємо, що цей автомобіль був проданий на пробігу. Ми розуміємо, що там плюс-мінус з пробігом все нормально. Ми телефонуємо замовнику, продавцю, і задаємо запитання, а що взагалі з автомобілем? Він каже: хлопці, ну я не буду обманувати, на ньому є підкраси, є косметика, немає тотала, але зроблена, машина роблена. Ми кажемо, ми з 1авто, ми прийдемо подивитися, о, ви з 1авто, окей, клас, приїжджайте, до речі, можливо, щось покажете, що ще, чого, можливо, не побачив я. Отак от ми і поїхали на цей автомобіль.
Так, а п'ятая Корея. С крыши начнем. По крыше у нас так 129, 151. Полка верхняя не выбита, без сколов. Люк у нас стоит нормально. По зазорам вмятин. Около углов люка нет. По ямам машина не прыгала, серьезно. По стеклу ветровое. Значит, акустическая, оригинальная пятерка стоит 15-го. И снутри у нас она с пленкой, по-моему, да, заклеенная. Сейчас посмотрим. По стойкам пройдемся. Здесь по стойкам 137. Так, крыло заднее у нас то, что 136. Зазор здесь хороший. Крыло заднее вот это крашеное. 152. Арочку тут, получается, зацепили. 515, 600, 900. Получается, вот здесь вот где-то столбик протерли. Значит, как обычно, оборванный у нас шнурок. Ну, так вроде бы. Ну, покрасили вместе с резинкой. В принципе, не облазит. Ну, хорошо. Дверь задняя крашеная. 302. Вот здесь, наверное, да. Вот здесь вот зацепили. Низ двери ремонтированный, крыло ремонтированное. Ну, в принципе, выведено неплохо. Покрашено. Опять же, усадки нет никакой, но ремонт есть. В ручках у нас прокрашено тоже хорошо. Потек только вот есть небольшой в ручке. Здесь отлично, отлично. Ух ты. Доводчик нормально. Так, дальше. Здесь проемы у нас. Проем здесь тоже весь его покрасили. Покрасили так себе. Пузыри. Вопрос, что это? Похоже, как масло, что ли, может, было. Здесь рихтовано. 207, 149. Здесь уже покраска просто пошла. Дальше. 186, 200, 218, 203. Дальше. Здесь у нас по сиденьям. Сиденья, конечно, такие в пятнах. Детские кресла не стояли. Ремень отрабатывает. Спинка отрабатывает. Вот здесь вот какой-то как потек или переломчик. Сейчас проверим. Так, что у нас тут? Угу, стоит нормально. Так, подушка есть. Здесь тоже пластик весь стоит на местах. С пленку перетонировать надо. Так, ну и дверь отрегулировать. Как она закусывает ее. Идет. Так, дальше идем сюда. Передняя дверь. Тоже здесь вот была большая. Видно, скол подкрасили прям кисточкой и заполировали. Здесь у нас крашено, ремонтировано. 220, 260, 250. Да, вот здесь вот в этом краю. О, дверь провисла. Вот здесь вот хорошо она, кстати, открывается. Без этого, без заедания. Но она у нас провисла. Ее вверх затягивает. Дальше. 165. 219, 119. Петли видно, что другого цвета. Как бы усадок не видно, но покраска, да, чуть-чуть где-то подкрасили это все. Значит, здесь по низу тоже пока просто покраска идет. Здесь у нас тоже дверь снималась. Петли от кузова тоже регулировались. Тут вообще что-то болт или не закручивался, шайбу вставили зачем-то, не могу понять. 180 тут. Тоже покрашено. Ну, пластик весь стоит на месте. Сиденье хорошо. Здесь что-то кто-то маляр какой-то ездил, наверное. Поцарапано. Сиденье надо будет химчистить, обрабатывать. По торпеде. Здесь все отлично. Торпеда заводская. Перчаточный ящик откроем, посмотрим. Здесь хорошо. Здесь, в принципе, ручка в хорошем состоянии. Здесь, да, здесь все нормально. Ого, затертый у нас ремень. Клипса такой не видел еще. Потолок. Вот он стрелял. Подушка стреляла. Потолок здесь загибался. Видно, под ручками вырванный. Ну, подушка стоит. Поменяли ее. Угу. То есть, ну, вот стойка этот удар. Будет. Ну, да. Ну, чтоб стойка покрасили, чуть подремонтировали, чтобы без того, чтобы стрельнула подушка, такого не может быть. Ну, это редко, если в стоячую только. Крыло, понятно. У нас что-то оно... Я думаю, его поменяли. Сейчас Ну, слой заводской, но если бы чистое было, возможно, поменяли его. Сейчас посмотрим, проверим. Зазоры хорошие. Здесь хорошо. Единственное, вот тут вот по капоту чуть зазор меньше, он упавший ниже. Дальше, капот сам у нас тоже крашеный. Здесь он матовый прям. Ну, пока видно только просто покраска. 186, 208,
Да, здесь просто покраска, я думаю, может быть от сколов, поэтому не так их и много здесь. Бампер у нас, заглушка болтается. Радиаторы, ну, без следов ДТП, хотя не, со следами. Вон интеркулер всогнутый. Крыло с этой стороны тоже у нас крашеное. Тоже такое чуть-чуть как матовое. 190, 215. Здесь все целое. Сколы есть, но все, в принципе, адекватно. Так, и... Угу. Непровисшая дверь здесь отлично. Крыло не снималось. Петли у нас не видно следов демонтажа. Здесь уже все заводское. Здесь без вопросов все. Руль хорошо. Так, здесь у нас тоже не видно следов разборки. По задней двери здесь отлично. Да, здесь ничего не крашено. Дальше двери-то у нас крашеные. А что он говорил, одно крыло, да, по-моему, крашеное? Несколько точек. Несколько точек. Не крашеных, наверное, он имел. 300, опять же, тут вот шпаклевочка. Ну, не критическая, но полмиллиметра, но как бы сам факт. Вмятина здесь, скол подкапали. Ручка у нас нормальная еще более-менее. Тут хорошо. Так, здесь у нас целенькое все. Арка у нас здесь целая. Да, потолок с этого края целый. Без следов, да, здесь отлично. Ничего не стреляло с этой стороны. 127, 96, 115. Да, здесь все заводское, здесь без вопросов. Бампер царапанный, покрасили его. Когда-то тут что-то его подделывали, но канты все, в принципе, хорошо стоят. Камера не запотевшая. Плафоны, да, тоже не запотевшие. Так, здесь у нас тоже все заводское. Покрасили вот под вот этот герметик. Крышка багажника не снималась, не регулировалась. Уплотнитель у нас целый, не побитый. Пластик слегка поцарапанный, но целый. Здесь, в принципе, тоже ничего не регулировали. Дальше обшивки такие подзачуханные слегка. Здесь тоже ничего не разбиралось. Все отлично. Да, здесь все заводское. Так, здесь у нас тоже, в принципе, страшного ничего нет. Тоже, да, здесь все хорошо. Все заводское. Полочка у нас целая, хорошо. Крышка багажника нормально. Амортизаторы меняные. Фонари у нас оригинальные. Ну, тут что-то промяли, грузили что-то, да. Так, дальше идем. Что у нас тут? Докатка у нас есть. Сабвуфер есть. Панель задняя не рихтованная, не битая. Панель задняя нормально. Ну тут, в принципе, домкрат есть, все есть, аккумулятор стоит, набор весь, то есть здесь комплект. Так, тут панель задняя, ну, опять же целая, но царапанная. Это такой рабочий багажник, скажем. Не сумочки возили, может дачу строили, не знаю. Так, дальше капот. Капот, понятно, снимался, красился. Крыло регулировалось, петли у нас тоже регулировались. Крыло у нас оригинальное, тоже снималось. Стаканы целые, подвеску здесь никто не разбирал. Здесь все нормально. Герметики заводские, лонжерон у нас заводской, да? Да, 65. Фара у нас тоже не перебиралась, оригинальная аловская. Не хватает клипс у нас с этого края. Ну, крыло здесь, да, тут оно тоже. Оно здесь крашеное, тут оно мененное, я думаю, может быть и не оригинальное. Да, не оригинальное крыло. Просто оно крашеное в завод, угу. Потому что нету штампа Audi. Значка Audi здесь должен быть. Болт запасной, колесный, если надо, кому будет. Да, может здесь нету? А, непонятно. Так, дальше. Здесь тоже, понятно, все это разбиралось. Тоже это все здесь регулировалось. Но удара по несущей конструкции не было. Пока что то, что я вижу, это косметическое. Номер кузова, наклейки. Здесь все отлично. Сердце у нас чистенькое. Подтопленными форсунками, в принципе, чисто. Следов того, что сюда залазили, разбирали, нет никаких. Радиатор ЕГР тоже. У нас тут везде все сухо. Здесь ничего не разбиралось, патрубки не снимались. Единственное, вот это вот лопнул хомут, может, пересох. Но опять же, это, в принципе, поверху, только здесь с краю все. Трубки здесь целые. Позади, по двигателю сухо задняя часть. Да, здесь ничего не внедрялись в него. Здесь что у нас? Хорошо. Тоже отложений никаких нет. Ну и здесь по передку тоже трубки не погнутые, нормально. Здесь из того, что, смотрите, налет в бачке какой-то нездоровый. Видите, он пятнами. Вон пятна, пятна, пятна. Масло, то есть масло. Его вымывали, видно. Его вымывали. Возможно, его просто не меняли какое-то время. Ну, все время, за все время. Но недавно его поменяли, потому что он снимался, смотрю. Его снимали, могли промывать, но это ж такое дело. Да, он сейчас сверху чистый, хороший, красивый, но вот там внутри куда-то не залезешь. Мох.
Вот какой-то есть, да. То есть вот это вот что-то есть, да. Так, тут все хорошо. Так, заведем тогда. Пусть греется, пока в принципе ничего такого. Ага, вон тоже, кстати, мох виден. Завелся нормально. Звуков каких-то посторонних не, я не слышу. Так, все, идем в салон. Проміжні висновки зроблю. Ми розуміємо, що нам обіцяли автомобіль з такими невеличкими косметичними підкрасами. Але, друзі, стріляні подушки – це ніхура ні косметика. Стріляні подушки – це трохи біда. Це, ну, в деяких державах це взагалі тотал. І, як ви бачили, що там зовсім не косметичний підкрас. Але це історія з разовим вибором автомобіля. Оглядом, вибачте, разовий огляд автомобіля – це коли ми повинні надати всю інформацію, будьте здорові, всю інформацію про цей автомобіль. І для чого це робиться? Якщо, наприклад, людина прийме рішення купити автомобіль з такими недоліками по кузову, то йому треба знати, а що там далі коїться з коробкою, з двигуном, з ходовою, з електронікою, з усім на світі. Тому ми продовжуємо огляд цього автомобіля далі і... Давайте подивимся, что мы найдем еще. По салону. Здесь у нас все хорошо, все стоит по зазорам. Ручка у нас вот здесь вот облезла. Исцарапанная чем-то, что-то туда попадало, вон, ковыряли. Руль слегка царапанный. Никаких у нас предупреждений не светится. 134 тысячи пробега. Так, люк у нас, что у нас? У нас чудо-люк. Открывается без заеданий. Но обслужить надо. Под конец как-то так прыгает. И здесь тоже подпрыгивает чуть, но закрывается. Так, ну, вроде бы все, почитаем. Ну, здесь все почистили, понятно. Всю историю достаточно. Ну, не знаю, слишком мало для, как для Audi ошибок с таких годов. Там ошибка предупреждения о падении давления в шинах и ключ 2, типа села батарейка во втором ключе. Очень чисто. Ну, давление высокое, конечно. Да, тут получается с этим сажевый надо будет. Ну, он прожигался, получается, 350 километров назад, поэтому надо будет проводить ему этот, ну, регенерацию сделать ему принудительную. Или проехаться где-то на трассе, там выехать. И потом проверять. Но как бы все равно даже большое давление, там 29. Это много. 29-30, да. Количество боковых аварий со стороны пассажира. Вот одна зарегистрированная. То есть эта подушка стреляла. Вот оно подтверждение. Вот. Всех остальных ноль. Ну, в плане по постреля... Остальные подушки не стреляли. Значит, пробег ее. Сажевым фильтром надо будет... Ну, подзабитый, скажем так. Сажевый фильтр, скажем, чуть-чуть давление повышенное в нем. Но, опять же, надо прожигать его и смотреть. Ну, на таком пробеге, я думаю, в принципе, запас, я думаю, 1000 до 200 должно его еще хватить. Единственная проблема, мне не нравится, это кузов. Сделано очень похабно. Если откроете дверь вот эту вот, кстати, полностью откройте ее. И вот нижний болт прикрученный. Видите, зазор там? Там шайбу какую-то вставили непонятную. Ну, по факту, если так пройтись, крыша не крашеная, одна дверь, одно крыло и крышка багажника, 4 единицы, да, как бы, ну, это много. Тем более, ладно, если бы оно хорошо было сделано, ну, честно говоря, я... Крыло. Ну, это ж, ну, так это ж не оригинальное крыло стоит здесь, его поменяли. Если здесь оригинальное просто крашеное, здесь оно крашеное в завод, но оно тайваньское, то есть получается вот так вот. Кстати, вот, о, вот тут, видите, ну, я ее показывал, а вот отсюда видно уже, видите, пошли, три стрелки пошли, вопрос времени, когда оно этот разойдется. Ну, наши... Честно говоря, если я подъемчик. Не вижу, а? Подъемчик. Ну, и, давайте. Ну, раз уж... Нет, конечно, уже, как говорится, играть да по полной. Да, да. Да, ну, давайте, посмотрим, пройдемся, может быть. Пока всего движок. Пока что реальный пробег и движок. И движок, да. Тут оптимально в этом плане, да, хорошо. Тут каких-то... И стекла все. Ну, да.
По подвеске, по работе мотора, коробки. Вопросов нету никаких. Крышка багажника стучит. Надо отрегулировать будет ее там, уплотнить, скажем так. И все. Все остальное хорошо. По ошибкам там ошибок, две ошибки такие несерьезные, скажем так. В ключе батарейка разрядилась и датчик давления в колесах показывал пониженное давление. Все. Смотрим автомобиль на подъемнике. Значит, здесь по низу выхлоп здесь чистый. По низу здесь ударов нет никаких. Здесь по панели тоже все чисто. Бачок у нас тоже целый. Все на месте. Крепежи, защиты, все хорошо здесь. Лонжероны целые. Ниша запасного колеса тоже у нас целая, не помятая. Усилители на месте. Глушители на месте тоже целые. По подвеске амортизатор у нас вот этот потеет. А этот у нас тоже такой запотевший. Потеет. Ну, как бы стуков по ним не слышно было на тест-драйве. Пыльники у нас тоже все целые. Хорошо здесь. Редуктор задний сухой. Следов то, что его сюда разбирали, лазили, здесь нет ничего. То есть все по заводскому стоит. Пыльник с этой стороны. Он сухой. Бак у нас не битый, не царапанный. Хвостовик сухой, кардан нормально. Пыльники у нас, термозащита у нас все тоже на месте. Так, защиты у нас войлочные целые. По центру здесь вот это надо одеть. Вырванная чуть-чуть. Дальше здесь хорошо. Заслонка целая. Коробка сухая. Поддон сухой. С этой стороны тоже здесь все сухо. Так, диски передние мененные. Колодки здесь новые стоят. Угу. Это отполируется. Паста, наверное, полировочная, когда полировали. Чуть-чуть выломан кусочек защитки. Сама войлочная защита здесь целая. Сайлентблоки. Ну, опять же, целый, но уже трещинками покрылась. Надо наблюдать будет за ним. Амортизаторы сухие, пыльники у нас сухие, хорошо. По двигателю есть запотевание. Получается, это может быть как сальник, а может как с поддона. Пробка у нас не держит, надо будет тоже опять же колечко менять, наблюдать. Может там с резьбой проблема. Дальше сажевые у нас на месте, сверху здесь все сухо. С этого края это у нас подушка вытекла. Сама подушка, ну да, это с нее видно, что ее не поменяли. Подушку поменять обязательно. И с этой стороны тоже начало течь уже вот. Тоже две подушки под замену надо будет. Здесь по низу бампер получается тоже поцарапанный слегка. И вот здесь вот радиатор, получается, интеркулера пошел, гармошка этот где-то наезжали, снизу здесь подминали. Да, вот он промятый радиатор. А это потеки или что? Нет, это вот здесь вот получается нанесено вот мовиль. А. И от температуры двигателя она начинает расплавляться, и с лонжеронов она начинает стекать. Вот видите, то же самое вот здесь. Так, ну из того, что есть, получается, что у нас подогнутый вот радиатор интеркулером, видите, он кривой. Да, ну вот здесь где-то наехали, получается, и он под низу его поднадавило, да. Но он вроде бы сухой, как бы не видно, и плюс у меня давление показывает нормально все, то есть вопросов нет. Дальше, из того, что есть, две подушки двигателя менять надо будет. Это уже прям, видите, течет, а это вот начало, то есть вопрос времени уже. Пробка сочится, вопрос, это вопрос в шайбе, а может быть сорванная резьба тоже, то есть надо будет пробовать. Ну, если резьба сорвана, то это печально. Это печально, да. Ну, опять же, может просто не дотянуто, никто не знает, но я говорю, как предполагаю, что может быть. Вот с этой стороны, вот посмотрите, видите? А, вижу, да. Да, это или поддон, или с подкрышки, под сальника, то есть в любом случае надо будет... Разбирать, смотреть. Да, разбирать, смотреть. Если сальник тоже менять. Ну, в любом случае, покупаете машину, ремни меняете, ГРМ, и, соответственно, там к сальнику уже будет подход туда. И, соответственно, все с этим надо будет. Ну, по-хорошему замыть надо все и посмотреть будет. Может, это и поддон. А монтировочку можно у вас? Ну, да. Трещинки есть? Да, ну, как бы, выглядит еще так, живенько, скажем. Здесь такая же самая история. То есть, в принципе, есть трещинки, но еще, я думаю, сезон отъезда. Так, что мы тогда ставим? Защиту. И, в принципе, их допроверим потом еще. Після огляду на СТО ми розуміємо, що цей автомобіль – це не розорвиш. Да, на ній є там сліди експлуатації, але всі важелі плюс-мінус нормальні. Сайлентблоки також, ну, для цього пробігу це нормально. Є там деякі підтікання, є підтікання з пробки, треба замінити, ну, під пробкою треба замінити колечка. Коли міняють мастило, то це треба робити кожного разу. Тобто це запчастина коштує там
відверто кажу, 20-25 гривень, але на це ніхто не звертає ніколи уваги, тому що іноді цю шайбу вона або медна, або алюмінієвої гріють на зажигалки, і це іноді спасає. Але якщо там трошки є перекос, то оттуда просто сочиться мастило. І треба ставити завжди на вивод цю пробочку, прокладочку. Тут цього не зробили. Тобто це копійкова справа. Далі, со справи не копійкової, але на декілька сот доларової. Ми маємо гідравлічні подушки, котрі вже кірдик. Ну, тобто вони вже приїхали. Це не значить, що мотор упаде на землю, але для того, щоб було комфортно їздити, ці подушки треба замінити. І там десь щось мастило тече. Тобто ми розуміємо, що цей автомобіль не розорвеш, але треба зазначити, що по телефону нам було сказано, що автомобіль повністю пройшов предпродажну підготовку. І там немає нічого такого, за що можна зачепитися. А раз немає за чого зачепитися, ну, у нас є історія, коли ми повинні розповісти все. Ми розуміємо, що автомобіль по кузову не ок, а так ми ж розуміємо, що є автомобіль понизу ринка. Але є ще, вилазять косячки, про котрі нам сказали, що там все ок, а там не все ок. Тому йдемо торгуватися. Ну що, повний привод є? Так, да, все є, так. Да. Хотіли узнати по ціні ваша, яка така ціна окончательна, щоб та, що комфортна. Вот это то, що там без, да, без каких, без ста, без двух. Чисто там какой-то хвост, там сотку сбросить, чисто вам на масло. Таким образом, да? Парни, берете цену, вот я же говорю, я просто посмотрел цену, я говорю, Миша, а он говорит, какая цена? Я говорю, поставь, вот как купили, вот просто поставь. Говорю, она 16500 у нее себестоимость, 3,5 месяца ждали ее. Я говорю, так как есть. В круг он поменял мне колодки, тормоза, я говорю, все. Тут заработка на ней нету, это даже не обсуждается. Цена следующая идет, по-моему, под 18 тысяч, это следующая цена. Ну, я понял. И 233 тысячи пробег. Я посмотрел в авторию, сколько они стоят, я говорю. Мне, говорю, надо, чтобы вот просто на... Вот я уезжал, или мне вслед пришли деньги, чтобы я там себе купил машину. А потом, говорю, вернусь, уже будем думать, что дальше здесь делать. Понял, понял. Хорошо, мы тогда обдумаем все это сейчас. Конечно. Сложим, как говорится, пазлы все свои, да, чтобы там... Чтоб как. Потому что, по вложениям, здесь я сам знаю, что здесь надо. Все масла вокруг меняются с фильтрами. Ну, это понятно, текущие, да. Подушки двигателя, вот две штуки, да. То, что мы нашли. Что еще? Две подушки двигателя потекли уже. То есть левая вообще прям потекла, а правая вот начала уже там капли, ну, видно потеки уже свежие. А, ну, по дискам, смотрите, задние же не меняные диски. Нет, с колодками. Только впереди, спереди, передние колодки диски. Колодки менялись. Колодки нет, тоже оригинальные еще родные. Вот отсюда, смотрите. У меня монеты взяли за задние. Вот тут 4К0, 615, вот так, видите, прям что? Какие-то старенькие прям. И они почти изношенные, то есть процентов 30 остаток. А вот смотрите, а вот видно, что вот замененные. Вот идите сюда, вот видите, ровный диск без выработки, смотрите, ровная красивая нет, колодка. Нет, сказал, диски передние новые, задние передние колодки у меня по счету идут. А, ну колодки не видно. Если их одновременно меняли, то это явно не... То есть их одновременно? Там... Нет, значит, они нет, точно нет. Хорошо. Ну, единственное, скажем так, нас вот это, в принципе, это все решаемые вопросы, и нас единственное, чуть-чуть подумаем по поводу кузова, потому что по кузову там есть вопросы по ремонту. Так. Просто нам говорили, что там две единицы подкрашены всего лишь, там крыло или что-то, а здесь по факту покрашена вся правая сторона со стойками, с проемами совсем, то есть удар был в эту сторону, и подушка стреляла. Правая верхняя, там заломы на потолке еще остались, и в блоке фиксирован, что подушка боковая стреляла. Вся морда крашеная, задняя, левая дверь крашеная. Ну, то есть тут 4 единицы только не крашеные, поэтому как бы вот этот момент чуть-чуть хочется нам... Без шпаклевки. Шпаклевкой, да. Без шпаклевка. На передней правой двери? Ну, вот здесь вот. Здесь. То крыло поменяли, тайваньское поставили, не оригинальное. Ну, морда просто покрашенная. Морда просто покрашенная. Ну, вот, чтобы я вам покажу. 400, 900, 700... 600, 800, получается 1000. Здесь тоже подремонтировалось. Тоже, ну, то есть один удар, чтобы вы понимали. То есть это вот в это место удар был. Потом вот эта дверь здесь вот у нас тоже. Где она там? Вот 500 тоже была ремонтированная, крашеная. Вот тоже 800. То есть шпаклевочка. 250. Ну, тут столбик или что-то было. Вот, и порог, то есть, ну, порог крашеный, это такое, в принципе, поэтому, как бы, чуть-чуть... Так что страшного-то есть? Страшного ничего, ну, просто я мы, просто вопрос, мы ехали чуть на дно, и тут, как бы, чуть-чуть такое разочарование, но тут надо это все, как говорится, собрать в кучу и все для себя решить. Поэтому так, поэтому мы тогда подумаем, да. И если что, наберем тогда.
І тоді вже пообщаємося. Насправді заказчик вже розчарований тим, що там, ну, грубо кажучи, немає кузова. Ну як він є, але він ушкоджений, не те, про що нам казали. І він також розчарований трошки тим, що на ті недоліки, що є по автомобілю, ніхто ніхура не уступає взагалі ні копійочки. І, до речі, ще ржака була, типа, спочатку нам по телефону казали, що гальма міняні повністю передня ось. При огляді нам сказали, що вони міняні по кругу всі, а по факту там поміняли лише передні гальмінні диски і поставили старенькі вживані колодки. Ну, це такий верх жлобства, можна говорити? Ну, в общем, ви вже почули. І цей автомобіль, напевно, продається далі. Він, до речі, продається зараз? Він продається далі. Ми розуміємо, що ця машина, вона продасться. Ну, як кажуть одесити, все можна продатися, що не можна продати, завжди можна продатися скидочкою. Людина свято вірила в тому, що ми будемо раді цей автомобіль, але це не так. От до чого я це все розповідаю? У нас є доступи до дуже багатьох баз. І не врятувало нас те, що ми подивилися автомобіль по офіціалу, не врятувало те, що ми подивилися по всім доступним базам, що є в Кореї. Це я до того розповідаю, що всі корейські автомобілі, їх треба дивитися ще очами, їх треба аналізувати і робити свої висновки. А чи дійсно це класний автомобіль, чи ні? У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Слідкуйте за тим, що ви купуєте. Всім пока-пока.